Этот год будет несколько отличаться от предыдущих. Так, по понедельникам в образовательных учреждениях будут исполнять гимн Российской Федерации и поднимать государственный флаг. Кроме того, в целях патриотического воспитания введут новый урок – разговоры о важном. Ну а в Бийской школе номер 34 пошли еще дальше. В прошлом году наша школа принимала участие в грантах и выиграла грант в отделе молодежной политики на создание юноармейского отряда. С этого года в нашей школе будет функционировать такой отряд в рамках патриотического воспитания. Мы идем в ногу со временем и стараемся принимать участие во всех конкурсах. Юноармейскую присягу приняли порядка 20 человек. Это ученики 7, 8 и 9 классов. Но задействовано будет больше учащихся. Главная цель новой структуры – патриотическое воспитание школьников. Воспитание происходит как бы в комплексе, потому что это и спортивные, физическое совершенствование, да, спортивные игры, силовые. Это и строевая подготовка, разборка, сборка автомата Калашникова. Ну и, конечно, изучение истории, да, военной истории, особенно, да, наших великих побед и так далее. Ведь без знаний своей истории мы, по сути, не воспитаем гражданина, патриота, человека. На огромном небе звезд невидимо. Посмотри на мир наш удивительный. Это наше небо, наша родина. По вселенной мы посторонние. Алена Кисеева, Иван Зяблицкий, «Будни».